прививала с детства любовь к отцу моей семьи. Вот как отец. Допустим, вот маленький пример. Вот маленькая, значит, еще пухленькие бегают. Вот отец с работы идет, а у него работа, он металлург, такая тяжелая, а он тогда сталь варил. Ну и вот мы встречаем его, дочка, я. А я, значит, как, чтобы девочку свою заинтересовать, чтобы папу встречать. Я говорю, что папа пришел, ну-ка, кто вперед к папе добежит? И вот, и она тоже своими пухлыми ножками бежит, я вперед. И, значит, подбегает, отец на руки ее хватает, приголубит. Вот так я прививала, значит, уважение, любовь к своим детям, к своим отцу. Прошли годы, и были такие моменты, я тогда говорила, разочарование. Я вот это все прививала детям, любовь, уважение к отцу, а себя, говорю, забыла. Вот как сейчас вы сказали. А я, значит, почему так? Девочки растут. Я сама, говорится, да, воспитывалась, говорится, в жестких условиях у себя дома. Но что он обещает, говорил. Дочерей отцы не наказывать физически. Дочерей должен воспитывать, наказывать, только может мама. Так что вот на тебя ответственность ложится. Если что-то не так, будешь отвечать. Вы знаете, вот как-то вот это мне, он мне вбил в голову. И я вот своих дочерей ставила на истинный путь и наказывала. А про себя забыла. И тогда я где-то говорила, вот надо же, а про себя я забыла. Привить это вот, детей, да, доверие, а не обижаться. Да, век живи, век учись, учимся.